Продолжаю рубрику по уборке снега. Сегодня 21 февраля. ТСЖ обратилась к нам с просьбой помочь им убрать дворовую территорию, очистить от снега и вывести снег. Для данной работы мы предоставили мини-погрузчик Bobcat S 250 с ковшом и КамАЗ самосвал. В зимний период все управляющие компании ТСЖ сталкиваются с этой проблемой по уборке снега. В нашем парке существует такая техника, как мини-погрузчик Bobcat, John Deere, Mustang с различным навесным оборудованием. То есть это и ковши, щетки, шнекораторные установки и скреперы. Кто не знает, скрепер это используется для откола спрессованного снега от асфальта.